Сейчас я поднимаюсь в гору немножко, чтобы посмотреть на заброшенные дома. Старые заброшенные дома, жители которых оставили дома и уехали. Это город, где жили люди, но сейчас здесь никто не живет, и все осталось вот так вот заброшено. Смотрите, это, наверное, была церковь. Сейчас хочу показать. Мы, в общем, поднялись на гору. Вот видите, вот эта вот гора. И здесь такая же гора, но здесь дома. То есть это был город, здесь жили жители. Около 300-500 домов. И они забросили свои дома и просто уехали. И вот все, что осталось. А вот это вот вроде церковь. Вот. Такая красота нереальная. Сейчас ноябрь месяц. И нет туристов. Здесь всего 3-4 туриста. Но они ходят там где-то. Вот так вот все, что осталось. Получается, забросили они свои дома, целый город был заброшенный, и после этого просто, мне кажется, разворовали все это, все, что было пригодно. Двери, окна и все полезное, в общем. И остались только вот такие вот стены. Ну, нереально. Какая-то история, такое место. Вот здесь вот находится целый город. Вот таких вот домов. Сейчас поближе подойдем еще. Это Каякёй. Находится рядом с Фити. Это старый город. Здесь это заброшенный город. Здесь старые заброшенные дома. Мы поднялись на горы, то есть это горная местность. И здесь по истории, как мне сказали, что здесь жили греки, которые забросили свои дома и уехали в Грецию. И получается, туркам это все осталось, но, как видите, турки здесь не живут. И это целый город на горе. Ну, конечно, это нереально красиво. Вот эта вот гора, на ней дома, а вот чистые горы, где просто деревья. Сейчас поближе подойдем. Это в Фити находятся вот такие вот заброшенные дома. Это я уже поближе снимаю. Ну, когда туда вовнутрь заходишь и идешь по этим мелким улицам, да, то вообще страшно так. Как фильмы ужасов. И сейчас ноябрь месяц, это не сезон, туристов нету, поэтому, когда ты ходишь, тебе страшно. Целый город, где жили когда-то жители, но сейчас он заброшенный, вот так вот пустует. Сейчас уже вечер, время 6 часов где-то. И посмотрите, какой здесь закат на горе. А это уже снизу, вот так вот. Вот я только что была вот тут, а вот. На этой горе, да. А сейчас здесь вот снизу, получается, здесь живут местные жители. И это уже... Мы спустились с горы,
И здесь вот смотрите, курочки, курицы, гуси. Вот гуси. Так, они смотрят на нас, ждут. Курочка. Убежала. Сегодня был дождь. И вот весь асфальт такой мокрый еще. Вот, кстати, вот тоже пару домов этих заброшенных. Это также заброшенная церковь. Здание, да? Здание церкви. И вот, смотрите, как это выглядит снизу. Вот тут вот гора, вот это вот, где заброшенные дома. Конечно, здесь такая атмосфера, тишина, никого нету. И немножко страшно. А это место, где была питьевая вода в то время. То есть 200-300 лет назад. И здесь вот написано на греческом языке. Вот написано, видите, старая, старинная вода 17 века.